А? Что это? Похоже на флейту. Играет где-то сверху. Охотница-колдунья! Стоп! Это не работает, Финн. Друг. О, ты Джейк! Чего ты здесь? Хотел поглядеть на твою новую подружку, но, похоже, она бросила тебя, как надоевшую игрушку. Мне жаль, друг. Хочу, чтобы у тебя были классные отношения с кем-нибудь классным. Это так мило, Джейк. Люблю тебя, друг. И я тебя. Все, успокоился. Но, друг, мы с охотницей и колдуньей не вместе. Мы просто призывали дух леса с помощью флейты. Не пойму, о чем ты говоришь. Вот как все было. Я занимался всякими делами в новом месте для уединения. Привет! Как ты так играешь? Не знаю, придумываю на ходу. В твоей музыке есть нотки мощных призывающих чар. Какой дух тебя ведет? Говори, а то засуну это тебе в нос. Во-первых, я отличный боец. И я особенно ловок без одежды. Удачи! Во-вторых, в моей игре нет никакого секрета. Я даю травяной руке делать что угодно. Обычно это что-то занятно странное. Дай-ка мне посмотреть. Тебя-то я и искала. Искала крутого парня? Нет, друг. Она думает, что песня травяной руки может призвать дух леса. Я играю уже 2 недели, но он так и не появился. Кто он? Ее бывший друг? Думаю, они проводили время вместе, но скорее в формате наставник-ученик. Так моя теория в силе. Ты можешь все устроить? Да, я и правда хочу помочь ей. Финн, ты здесь не за этим. Именно за этим. Давай, устроим немного магии. Да, чары моей флейты.